Привет, ребят! А я вам сегодня еще хочу рассказать о вот таком вот великолепии. Вот такие вот четки. Здесь 108 бусин. И вот такие вот великолепные камни. Что это за камни? Ну, во-первых, это арбузный кварц. Что дает арбузный кварц? Арбузный кварц для своего владельца, для которого они были собраны, он дает самодисциплину и выход из протестов. Это то, что не хватает как раз тому человеку, для которого это было собрано. То есть, что значит выход из протестов? Когда ты понимаешь, что ты куда-то уходишь, уплываешь, у тебя есть огромные возможности, у тебя есть огромный потенциал, но ты все время себе говоришь: да нет, я это не могу, да нет, у меня это не получается, я не про то. И вот как раз арбузный кварц – это то, что твоему мозгу будет говорить, что нет, у нас протестов не может быть, у нас есть только путь туда, куда мы идем. И куда мы идем? Конечно же, это вот этот великолепный черный агат. Черный агат, его очень любят маги, экстрасенсы, потому что это соединение с межгалактическими воплощениями, с другими мирами. И если вы готовы идти в другие миры, если вы готовы уйти из своих протестов, то это, конечно, для вас. Ну и что тут еще, конечно же, есть? Тут, конечно, есть вот такой вот замочек с ключиком, что все замки теперь владелец этих четков может открыть самостоятельно. И те двери, которые ей сейчас не нужны, те плотности, которые сейчас для нее не актуальны, она их может точно так же закрывать. Что еще здесь есть? Здесь есть крылья. Крылья любви, любви к самой себе. Это когда ты веришь самой себе, веришь, что ты можешь пройти любой путь, и для тебя нет каких-то преград. Нет преград, которые будут раскрывать тебе как раз этот арбузный кварц. Кварц – это достаточно мощный камень, но про агат, про черный мы, конечно же, и не говорим. Ну и, конечно же, это сфера. Это две маленькие сферы, то есть в одной сфере все закольцовано, закольцована вся сила, закольцована вся мощь. И вторая сфера, которая всегда с тобой, которая всегда при тебе, которая всегда знает то, что тебе нужно, потому что ты являешься этой сферой, ты являешься этой сферой. Не предел сферы – это не предел, это всего лишь то, где мы можем находиться, как в своем каком-то уютном гнездышке. Оно может быть очень большое, оно может быть очень обширное, но это ваша закольцовка ваших знаний, через которые вы идете дальше. Вот такие вот великолепные четки отправляются к своей хозяйке. Арбузный кварц и черный агат.